Друзья, приветствую вас на канале «Русский полос». Буквально вчера мы сделали вылазку в небольшой томский мини-зоопарк, который находится на Елизаровых. И в этом видео хотим поделиться впечатлениями о том, что там увидели, показать кадры, которые засняли. Стоимость посещения 300 рублей. Насколько это дорого или дешево, я судить не буду. Для каждого, видимо, по-своему. Как я уже сказал, находится это заведение на улице Елизарова, в городе Томск. Вход, к сожалению, не очень приметный. Вывеска маленькая, небольшая, но, тем не менее, нашли мы его довольно быстро. Однако для начала я хочу вас попросить, как обычно, подписаться, нажать на колокольчик, лайк или дизлайк по желанию. Ну и, конечно, комментарии под этим видео, какие бы они ни были, положительные или отрицательные, приветствуются. Само помещение мини-зоопарка достаточно большое, ну, по крайней мере, для заведения именно такого формата. Как я уже сказал, все довольно чистенько. Это касается и содержания животных, то есть вольеры просторные, все убрано, приятно смотрится, видно, что животные ухоженные и производят вполне себе хорошее впечатление. Коллекция животных, не сказать, чтобы сильно большая или какая-то супер-пупер-эксклюзивная, все довольно стандартно. То есть, ну, помимо хомячков, морских свинок, кроликов, которые стандартные, тискательные, в таких заведениях присутствуют всегда, можно отметить енотов, мангустов, свинок, есть даже павлин. Что касается птиц, птиц в принципе немного. И так вот навскидку могу вспомнить только вот павлина, попугая ару и волнистых попугайчиков. Вольер с волнистыми попугайчиками. Может быть, что-то пропустил. Разумеется, из животных есть какие-то там приматы. Вроде бы игрунка есть. Да, игрунка точно есть. И какая-то вроде, что-то вроде мартышки. Честно говоря, не сильно обратил внимание. Из минусов вот могу отметить аквариумный зал. Там, конечно, достаточно все это бедно выглядит. Коллекция никакая. Там, по-моему, 3 или 4 аквариума всего. Ну, посмотреть особо не на что. Ну, вероятно, это все либо в развитии находится, либо просто не пользуется особым спросом, что очень важно для заведения такого формата. Плюсом лично для себя могу отнести довольно приличную коллекцию террариумного отдела, ну, приличную именно для мини-зоопарка. Опять же, ничего сверхэкстраординарного и редкого нету, но присутствуют несколько видов молочных змей, амурские полоза, питоны региусы, опять же, самые простенькие нормалы. И небольшая коллекция пауков, насколько я могу вспомнить, в основном, конечно, из брахипельм состоит, но, тем не менее, несколько штук пауков там присутствует, птицеедов. Ну и агамы, облифары, игуаны, все это, конечно, тоже имеет место быть. В общем, да, конечно, все такое более-менее попсовое, но, тем не менее, некий стартовый видовой состав террариумной коллекции представлен. В целом это заведение вполне можно рекомендовать для посещения всей семьей, особенно с детьми, потому что весь спектр стандартных развлечений по типу фотографирования с животными, либо кормления животных, корм, кстати, подается отдельно за 50 рублей за стаканчик, он присутствует, и дети обычно от этого в восторге.
Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик и ждем вас, как всегда, в комментариях. Всего доброго, до новых встреч!